На полях Краснокутского района вспахали слово «Россия». Этот флешмоб воплотили призеры недавно прошедшего в Саратовской области чемпионата по пахоте «Команда из Новоузенска». Все слово «Россия» в длину занимают 100 метров, размер каждой буквы 40 на 10 метров. По заранее нанесенной разметке три трактора одновременно начали вспахивать первую, третью и пятую буквы, а потом таким же способом оставшиеся. Авторы этой надписи учатся в Новоузенском агротехническом колледже и таким оригинальным способом хотели привлечь внимание к селу, поднять престиж профессии пахаря. Этот флешмоб они посвятили Дню России, который отметят 12 июня. Ну, мы просто сидели вот в компании друзей, мастера, вот, и думали, ну, что бы такого сделать ко Дню России запоминающейся. Ну, и решили, соответственно, нашей профессии вспахать слово «Россия». Да никакие, в принципе, только была сложность с буквой «О», потому что тоже приходилось пересекать, наезжать на следующую букву. А так, в принципе, ничего, все нормально. Ну, конечно, было тяжело эту петлю закончить, потому что приходилось пересекать пашню вдоль и